Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится телефон Samsung Galaxy F34. И сейчас я вам покажу, как выполнить сброс настроек сети на этом телефоне. Итак, открываем настройки. Опускаемся в самый низ и переходим в раздел «Общие настройки». Далее опускаемся ниже и нажимаем «Сброс». И здесь выбираем «Сброс параметров сети». «Сброс настроек». Вводим пароль, сбросить, сброс параметров сети выполним. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пока!